Всем доброе утро. Я тут уже стою на остановке. Угадайте, куда я еду. Я собираюсь в спортзал, конечно же. Куда я еще могу собираться с самого утра? Погода просто шикарная. Птички поют, солнышко. 9 утра, но уже тепло. Так, мой. Ура! Так что все, еду в спортзал, попозже включусь к вам. Позанималась, еле-еле иду. Ужас, ноги вот так просто трясется. Но хорошая была тренировка, хорошая. Птички купаются. Сейчас я пойду тоже принимать ванну. Мы собираемся ехать в музей. А я вот не знаю, что мне одеть. Одеть байку и под низ бетловку. Или потоньше бетловку и эту клетчатую кофту. Потому что погода такая. А, подожди сейчас. Погода такая непонятная. То вроде жарко, то вроде в тени еще и прохладно. Но в зимней куртке уже жарко. А весеннюю-осеннюю я не влажу. Кстати, Даяшка влезла в кроссовки. Но ей прям впритык. Ну, последний раз поносит. Вся щенячьим патрулем сегодня. Ты девочка Скай. Покажи, какие еще очки у тебя будут. Вот эти. Цвет. Покажись, как ты будешь классно выглядеть. Ай. Прищемила? Да, у меня тоже такое бывает. Ничего страшного. Я почти все лизу золотое. Ну, красотка. Я все, складывай их на в сумку. На своих. Собрали вкусняшки. Яблочко, перекус небольшой, чтобы не покупать ничего. Очень большой перекус. Очень большой перекус. И я с Алчом поделюсь. Угу. Едем с моей сестрой, с племянником вместе. Так что вот так. Алчом это мне Алчом. Артем это мне Артем. Так, ну что, пошла я докрашиваться. Мне осталось накрасить глаза и все. И можно выезжать. €2 стоил билет. Билет нужен только мне. Детям до школы, вроде как я поняла, не нужен билет. Нам дали карту. Сейчас будем ходить, смотреть всю эту красоту. Ручками не трогай, не трогай, не трогай. Руками ничего трогать не надо. Прикольно так. Из тряпок. А, трогать можно, нельзя садиться. Сюда можно, заходи. Такое все старое. У нас время перекуса. Сейчас будем кушать. Приехали и сразу есть. А у меня все другое. Ну что, ну это полезно. Ой.
Обожаю гулять по лесу, особенно когда так птички чирикают. Красота. О чем смотри? Муравьи. Я раньше соломки пихала туда и потом их облизывала. Такие кисленькие были. Ну и фокус не ловит. Ой, ё-моё, побежали отсюда. Привет! Привет! Спускайся. Так, а карту не показывает клад. Такая деловая идет с карты, клад ищет. Клад. Вот здесь есть птички. Да, это мы уже прошли. Да. Отлично, кафе мы уже прошли. Подожди. Где мы сейчас находимся? Держись. Стой с нами рядом. Мы сейчас. Вон там домики, пошли еще посмотрим. Какой-то маленький домик. А этот большой. А какие запахи тут везде. Просто. Хотя не так далеко от города, да? А запахи все равно другие. Прям чувствуется, что дышать гораздо легче. Ой, красота. Красота. Мы где-то
Я не знаю. Ну, а, где-то я не знаю. Привет. Это Дарквит. И этот Дарквит тоже. Давай, наконец-то.